Здравствуйте, ребята. Я, как всегда, собрался показывать вам распаковки вот этих вот бандеролей, а тут звонят или звонят по телефону, значит, ну, смс-ки пришли мне, еще бандерольки. Ну, думаю, ладно, уже не буду ждать, раз разложил это все дело, засниму, а потом пойду на почту, заберу, получу те бандерольки и уже буду показывать в следующем видео. Ну, а пока сегодня, вот видите, три штучки такие вот, бандерольки небольшие. Ну, и вот видите, пауэрбанк у меня здесь лежит. Вот такое нагрузочное сопротивление. Ну, зачем? Кто досмотрит до конца, тот поймет и все будет знать в курсе дела. Ну, начнем, вот мы сейчас сюда отложим это дело, это сюда отложим, и вот начнем вот эти вот открывать бандерольки. Тут такое что-то мягкое, я боюсь ножницами повредить, поэтому буду стоить 0,72 доллара. За 37 дней пришло оно мне, вот это вот, что оно тут такое, сейчас посмотрим с вами. Так, я открою небрежно. Что-то надо тут нарезать, можно, ничего не это... Вот так вот. О, о, ну тут как-то непонятно. Еще как-то, да? Ой, пакетики, еще пакетик есть. Ну это хорошо, что так. Ладненько. Уже, значит, не повредим. Ого, какой розовый. Розовый. Что же это такое? Ого. Ничего себе. Шарище какой. Шар, воздушный шар. Это я там смотрел, значит, что могу сказать, ребята. Расцветки там много, много всяких расцветок. Громадные. Ну вот чем его надувать, конечно. Если бы гелю достать, гелю. Ну это гель, а вот это не тот гель, а что ногти красят. Это гель, газ, в смысле, вот, легкий газ или водород бы. И вот это надуть, значит, кому интересно... Значит, ссылочку, как всегда говорю, в описании дам кому-то такие вот, вот это хорошие шары такие, значит, для какого-то праздника, для детей особенно хорошо будет. Там разные расцветки, какие ваши детки любят цвета, значит, можно заказать это все дело. И потом ребенка порадовать, надуть такой шар, ох, какой громадный будет шар, а детям радость будет. А если еще он будет, ну... наполнен легким газом, значит, типа водород или гель, или как он, не гель, а как он называется, ну, в общем, легкий газ, вот, и полетит что-нибудь провязать, какую-нибудь штуку, и он полетит, руки, не красится, ну, и ладненько, ну, то мы и закончим с этим воздушным шариком, вот так вот разложим его, чтобы он был так вот на виду, да, красиво, да, ну, и теперь посмотрим, вторую бандерольку. Ну, я-то догадываюсь, что такое. Сейчас опять начну там возмущаться. Ну, а что делать, если такие бандерольки мне приходят и я заказываю? Значит, 0,089 доллара. Так же самое за 37 дней. Видно, их в одно время отправляли. Вот. Посмотрим, что мне в этой штучке у нас, в этой бандерольке. Ну, а тут как это заказывают. Вот. Ну, заказывают, что же я и сделаю. Такие вот лаки для ногтей, это, как он называется, там, кошачий глаз, вот, там очень много различных расцветок, так что, девчонки, кому интересно будет, перейдете, ну, это такие, я думаю, это такие вот маленькие емкости, это как типа пробников, понравится вам, значит, можете заказать еще, и... ну, а что, ребятам тоже какой-то темный, да, темного цвета. Ну, запах, как всегда, говорю, есть небольшой. Значит, ну, кому интересно, так же самое, что я, ссылочку внизу в описании, перейдете, посмотрите, кому надо, закажете. Так, ну и вот такая вот штука бандероль пришла. Я же говорю, не зря вот это вот у нас лежит пауэрбанк, и вот такое нагрузочное сопротивление. Давайте вот это сейчас, так сказать, уберем в стороночку, чтобы она нам сильно не мешала. Обскроем вот эту вот бандерольку. Ну, интересно же будет, да, что, зачем. Вот, и сейчас мы это... Многие задают вопрос, почему у вас такое качество. Вот, видео. Значит, дело в том, что я загорел, моя видеокамера приказала долго жить, поэтому
Если у кого-то есть желание, чтобы помочь, там есть ссылочка внизу. Можете денежку пополнить мое благосостояние, и мы вместе с вами закажем и купим новую камеру для хорошей видеосъемки. Ну, а пока смотрим вот это вот, что же тут нам пришло вот здесь. А вот здесь нам пришло вот что. Смотрим. О, а и здесь тоже нагрузочное сопротивление. Ну, помощнее, ребята, я вам скажу. По сравнению с моим. Да. Ого. Гляньте, какое. Значит, да не такое же самое, да. По мощности сопротивления, я думаю, может быть, немножко и помощнее, да? По диаметру я смотрю, по длине. Да, такие же самые. Но не в этом дело, а дело в том, что вот это мое нагрузочное сопротивление имеет 1 ампер, по-моему, и 2 ампера. Вот. А здесь, а тут, по всей вероятности, 3. 3 нагрузки получается, потому что вот одна, вот вторая, или либо включается либо это, или же две вместе. Но это мы с вами сейчас все узнаем, определим, и будет все нам ясно. Вот, ясно будет нам, как солнечный день. Так, это мы отложим. Ну, и, а что вот здесь? А вот здесь вот смотрим, раз, и переворачиваем. А здесь вот тестер, оказывается, у нас. Тестер для... Ну, это проверять, когда вы заказываете что-нибудь такое, и вам нужно узнать. Вообще, я пользуюсь вот этим, вот таким точно у меня есть тестер. Точно, по-моему, такой же, наверное, да? Вот, я чего пользуюсь, я через него заряжаю различные свои, как сказать, и пауэрбанк заряжаю. Этот тестер хорошо показывает, нагрузку показывает, время показывает, сколько времени заряжается, какой ток, и очень хорошая штука. Я вам, допустим, ну, сопротивление это... Поскольку, а вот такой тестер я вам советую. Через него очень хорошо заряжать, и все видно. Ты подошел и смотришь, насколько уже зарядилось миллиампер, допустим, там ваша мобилка или какой-то пауэрбанк вы заряжаете. В общем, я говорю, я не жалею, у меня такой пауэрбанк и вот такое сопротивление. Ну, а сейчас мы с вами сравним, вот что же, как оно тут. Вот берем мой пауэрбанк, включаем это дело и смотрим. Ух ты! О, так это не такой, как у меня. Он только с виду такой. А тут столько много всего написано. Выключим и включим. Раз. И смотрим. Вот он засветился. Видите, все нормально. Показывает вот такой формат. Тут 4 формата. Можно вот в таком формате смотреть, наблюдать за этим самым, за зарядкой. Можно вот в таком формате. В таком. Или вот в таком. Теперь, если вам нужно вот так вот перевернуть где-то, вот, чтобы цифры не были у вас вверх тормашками или тормашками вверх, значит, зажимаете вот эту кнопочку вот так вот, раз, и у вас все переворачивается вот сюда. Теперь вы можете сюда смотреть. Ну, без нагрузки это все выключается. Значит, смотрим. Выключили мы и включаем. Переворачиваем вот это мы дело. Так. И чтобы заново включить, нормально вам показывать. Вот так, все выключено. Раз. Все засветилось. И теперь посмотрим. Значит, что он показывает? Смотрите, вот 5 и 144 тысячных вольта выдает пауэрбанк. Теперь мы включаем нагрузку. Раз. Напряжение падает до 5,016 вольта. И показывает ток потребления от пауэрбанка через вот этот вот тестер. 1 ампер 470 сотых миллиампера. Так. Или сколько это показывает? 1,047. Так. То же самое здесь, вот в этом, на этом формате. Ну, такой, тут уже вот мелкий формат. Это показывает, значит, тут и сопротивление он в омах показывает, и какой-то там сдвиг фазы, и нагрузка, и температуру показывает, и токи, какие-то напряжения тут он показывает. Ну, это, кому интересно, я дам ссылочку в описании, вы перейдете, посмотрите, вот, и
будете в курсе дела, что и как там оно работает. Ну, наиболее вот такой вот самый приемлемый формат это вот показывает. Видите, крупными цифрами, 5 вольт идет зарядка, больше 1 ампера. Вот, если включая это, то срабатывает, смотрите, сейчас пауэрбанк сработает, защита пауэрбанка. Вот, видите, все. Выключился, потому что не выдерживает пауэрбанк, не может выдавать такое напряжение. Итог. В общем, неплохой тестер. Я так смотрю, что можно. Можно заказывать, можно смотреть. И вот, вот в таком формате. Вот сейчас нагрузочку раз. Ну, давайте сейчас я попробую. У меня нагрузка, по-моему, поменьше. Мы посмотрим сейчас через мою нагрузку. Вот. Так. О, видите, 1 ампер, 0,948, а если так включить, то получается у нас больше 1,5 ампера. Ну вот при такой нагрузке можно вот посмотреть, что тут будет показывать. Я говорю, так тестер будет работать, а то это если включить куда-то не пауэрбанк, а хорошая мощная зарядная, то, конечно, будет выдерживать нагрузка эта. И не будет отключаться. А так пауэрбанк не выдерживает такой нагрузки. Вот, и сейчас я поближе посмотрим, что оно тут у нас может показывать. Значит, 5 Ом показывает, еще что-то показывает. 100, уже набрало вот с этого 120 миллиампер часов. Время 11 минут показывает, 29 градусов показывает. А что это, какие-то градусы показывают? Ну, я же говорю, это надо читать в описании, там все будет рассказано и показано. Ну, в общем, тестер неплохой, конечно, я ничего не могу сказать, но я больше привык к своему. Тут более как бы замудренный такой тестер. Вот. Ну, это дело хозяйнячий, как говорится. Вот у меня попроще тестер, вот смотрим. Видите, какое. И мое нагрузочное сопротивление. Вот. Включаем. И сразу показывает. Вот 4,95 и 0,87. И вот сейчас показывает уже вот 1 миллиампер час. Вот. И сейчас пройдет минута, покажет вот тут, что, сколько времени нагрузка работает на этом пауэрбанке. Ну, в общем, ребята. На этом я буду заканчивать. Как-то сбило меня все, вот этот пауэрбанк, значит, разрядился меня, и все то, что я хотел сказать, как-то получилось не так. А вам я же советую покупать вот такой тестер, потому что очень удобно. Я же, вы видите, включили пауэрбанк, включили сюда мобилку или включили что-то другое такое, и вам все время видно, как заряжается, какое напряжение, какой ток, как идет зарядка. А так вы просто включили шнур, вы не видите, как он заряжается. В общем, ребята, благодарю вас всех за внимание. До свидания.